Здравствуйте. Продолжается в политических кругах обсуждение итогов выборов. Сейчас вот самое для всех интересное, как же места по партиям будут распределять. Ну, точнее, кто из партийцев станет депутатом. Вот в этой связи как-то совсем печально выглядели коммунисты на своей итоговой пресс-конференции. И вроде результат-то для них неплохой, 17%, ну или все-таки фракция из 5 депутатов. Но это все-таки и значительно меньше, чем в прошлом созыве. Плюс ни одного одномандатника из них теперь нет. И слышится поэтому, может быть, в словах их какая-то обреченность. Слышится главное, что итоги выборов они признают. Ну а дальше вот как раз это вот самая и есть сплошная обреченность. Единая Россия замаскировалась под рейтинги президента. Как они последнюю неделю выпячили слова «Мы партия президента». Ну и к этому добавим, что в регионах шла аналогичная же пирамида. Каждый губернатор говорил, что это он ведет команду, он призывает поверить, где же тут нормальное, свободное определение позиции каждого гражданина. Ну а что, президент и губернаторы не имеют права выражать свою позицию, чтобы граждане страны знали, с кем они и кто с ними? Кто коммунистам-то мешал действовать вот по такой же тактике? Ну или все-таки проблема в том, что им в этом плане хвалиться нечем, точнее неким. И в их рядах, ну нет таких крутых электоральных паровозов. Ну так это проблема КПРФ, а не вот той же Единой России. А вот интересно, если бы Путин, скажем, поддержал КПРФ, они бы хоть слово тогда критики и возражений на этот счет пикнули? Уверен, что нет. Ну а сейчас-то тогда чего балаганить? Ведь очевидно, что проблема в другом. КПРФ теряет популярность у населения даже в ситуации, когда страна в кризисе. И люди уже не готовы голосовать только потому, что кандидат какой-то использует этот бренд. Избиратели хотят все-таки уже конкретных дел, а вот с этим, по-моему, у КПРФ как раз очень туго. И значит, если тенденция такая сохранится и грамотно объяснять людям, избирателям, кто есть кто, кто чем занимается и с чего и от кого кто там из них кормится, если хоть от кого-то из них хоть какой-то реальный толк, то, по-моему, имеются все возможности к следующим выборам и нынешний их результат выхолостить до общероссийских, ну а то даже и пониже процентов. Но вот действительно, сколько же можно паразитировать на партийном бренде и ностальгии старшего поколения, ограничиваясь заезжим бубнежом про то, как все плохо, но вот они-то, да, знают, как все исправить. Ага, учитывая, что именно коммунисты в свое время союз-то и развалили, до этого доведя страну до ручки партократии, тотальным дефицитом, полной бесправностью населения, они же спровоцировали ситуацию 90-х, от которой страна до сих пор не может оправиться. Учитывая, что в те же 90-е именно коммунисты были большинством в Госдуме, и вспоминая многочисленные расследования и публикации о том, что как сильно на определенных бизнесменов или даже бандитов завязаны некоторые лидеры компартии. Вот как-то в это, во-первых, не очень верится, а во-вторых, как-то вот и не очень хочется проверять на себе, давая им новый шанс. Вот никто меня никогда не переубедит в том, что у Зюганова управлять страной нашей получится лучше, чем у Путина. А бывший медбрат из психушки Лескин, это наш секретарь обкома, приведет Самарскую область к процветанию быстрее, чем единорос Меркушкин. Ну а самое жалкое, на мой взгляд, зрелище в этой когорте рефлексирующих по упущенным возможностям коммунистов на этой пресс-конференции представлял прибившийся к ним православный национал Солженицыновец с замашками порой анархиста Михаил Матвеев. Вот этот кадр, ну уж так надрывался всю эту кампанию предвыборную, стараясь хоть вот хоть как прорваться в Госдуму, но вот так в итоге обломался и так в итоге перепугал несчастных избирателей 3-го железнодорожного округа, что по одномандатному этому округу он даже в губернскую думу не смог попасть. Персонаж интересный, история вышла занимательнейшая, ну а последствия все-таки еще более интересные. Так что я об этом отдельную программу сделаю.